терраса испытала все нагрузки. Сейчас мы попробуем ее восстановить. А ровно через год, приблизительно в это же время, мы сравним результат. Какое же террасное масло будет выглядеть лучше? Всем привет! На календаре у нас сегодня 1 мая. Мир, труд, май! Соответственно, ровно год назад здесь, на моем месте, стоял Леонид и проводил эксперимент с террасной доской. Напоминаю, что здесь у нас произошло. Была покрыта террасная доска террасным маслом. С одной стороны у нас был Сайкос, с другой стороны у нас был Бергер Outdoor. Здесь у нас Holz Special Oil. Данную историю мы почистили средством Power Gel от Сайкоса полностью, что сайкосовскую сторону, что бергеровскую сторону. А начиная отсюда, мы полностью все сошлифовывали брошировальной машиной FG. Что мы имеем? Здесь цвет гораздо более насыщенный, чем здесь. Это логично, потому что здесь у нас, грубо говоря, один слабенький слоек и два нормальных, а здесь просто два нормальных слоя. Что я вижу? Вот показательные на самом деле торцы, на которые самый большой износ здесь пришелся, потому что вот надо мной здесь крыша, с которой стекает постоянно вода. И никакой серости я практически не вижу. То есть вот эта грязь, мы ее просто не помыли. То есть вот торцы здесь чуть-чуть по краям начало сереть, но это вообще минималка. А с другой стороны, где была шлифовка, здесь торцов прям все серое. Все серое. Из чего я могу сделать вывод, что обработка при помощи Power Gel, она лучше даже, нежели чем обычная механическая чистка, за счет того, что мы убираем серость раствором на основе щавелевой кислоты. Каков итог нашего эксперимента? Если вы обладатель террасы, то вы обязательно используете масла, которые не образуют пленки, и в принципе любые составы, которые не образуют пленки, чтобы древесина могла служить долго, и вы могли ее обновить двумя способами. При помощи Power Gel, и мне этот способ ближе, потому что нет никакой пыли, плюс мы убираем серость. Или второй способ, мы можем полностью перешлифовать террасу и опять нанести натуральное масло. Выбор за вами.